То есть это, по сути дела, вот такая удвоенная рыбка, но с минимумом. То есть, если законы вообще, так сказать, поведения системы, они абсолютно, значит, они идентичны первому типу, да? Но в том случае, если мы берем состав, соответствующий вот этой температуре минимума, да, то, соответственно, мы из расплава при вот этой вот температуре, да, начнется кристаллизация, значит, фазы вот такого состава АМВМ, да, которая по исчерпании вот этого расплава, она перейдет просто в состав кристаллической смеси вот такого состава. И это просто вот эта точка минимум, вещество, конгруентно плавящиеся вещества, оно делит диаграмму просто на две части. Ну, как в прошлом, как в случае электрических систем. Да? Значит, второй тип, это значит, если у нас вот здесь вот существует минимум, а третий тип, это если вот существует максимум. То есть запомнить, в общем-то, очень просто. Вот это, скажем так, в петрологии вот эта система встречается очень часто. Вот такого типа системы. Вот такого типа системы вот в петрологии, в геологии они неизвестны. То есть они есть в химии, но геологического, петрологического значения вот эта диаграмма не имеет. Вот. И остальные, значит, оставшиеся два типа. Это системы с неограниченной растворимостью в жидком состоянии, но ограниченной растворимостью в твердом. Да? Значит, эта комбинация, это в том случае, если у нас в твердом состоянии, значит, вот этот твердый раствор становится неустойчивым и распадается. Значит, по сути дела, это вот на рыбку первого типа. Да, накладывается некая область несмесимости в твердом состоянии. Значит, вот эта линия несмесимости в твердом состоянии называется линией Сольбуса. Значит, не Сольбус, а Сольвус. Линия Сольбуса. Значит, и тогда вот эта вот наша рыбка, она приобретает вот такой вот вид. То есть очевидно, что эта линия Сольбуса, это, значит, она находится уже ниже температуры Сольбуса. Да? То есть это распад твердых растворов. Распад уже в твердом состоянии. Ну, в частности, так сказать, вы видите вот эти вот все эти пертиты, антипертиты, распад пижонита, когда пижонит сбрасывает диоксидовую молекулу, он не может уже при пониженных температурах, он не может ее содержать уже, так сказать, ему энергетически невыгодно ее, иметь в своем составе. Значит, вот этот пятый тип, это вот эта двойная рыбка просто с наложенным солью. С наложенной опять линией Сольбуса, да? И вот в итоге у нас получается вот такой братский колпак. Да? Значит, вот тоже легко запомнить, вот, ну как вот шутовской колпак вот такой, значит, вот получается. Так, сейчас мы, значит, дальше мы давайте посмотрим повнимательнее вот это вот, как происходит кристаллизация здесь. Значит, вот этот состав, как и в случае рыбки, значит, при понижении температуры состав жидкости изменяется вдоль линии Лейкебуса. Вот здесь вот это изменяется вдоль линии Сольбуса. Да? Значит, и все это происходит до тех пор, пока жидкость у нас не исчерпывается. Мы можем посчитать пропорции. Пропорции мы для любой температуры можем посчитать по правилу рычага. Да, и после кристаллизации последней капли расплава вот такого состава,
Значит, у нас в системе у нас будет находиться некий твердый раствор, обогащенный компонентом B. Да, и поэтому, значит, поскольку он не соответствует нечистому B, он обозначается как BSS Solid Solution. То есть у нас вот здесь произойдет просто, значит, вот D-вариантное остывание вот этого компонента, вот этого минерала B, обогащенного неким количеством компонента А. Да? Здесь, в общем-то, кстати, все просто. Значит, вот это происходит, вот это вот остывание. Здесь я забыл вообще вот во всей этой серии диаграмм, значит, вот подписать снизу компоненты. Это прошу прощения. Значит, вот в том случае, если у нас система будет иметь состав, обогащенный компонентом А, произойдет несколько более сложная ситуация. Значит, естественно, пока у нас будет просто остывать, значит, дивлярное остывание расплава сменится моновариантной кристаллизацией твердой фазы вот такого состава, да? Вот, расплав будет эволюционировать вдоль линии липидус до тех пор, пока мы не окажемся вот на вот при температуре, тогда, когда у нас не появится третья фаза. Вот при этой температуре у нас вот здесь вот появляется третья фаза. Соответственно, вот расплав вот такого состава, да? Фаза ASS, вот она, и фаза BSS. Поскольку все три фазы лежат на одной каноде, у нас начнется реакция. Значит, вот триангуляция реакции, вот она нарисована вот здесь. То есть у нас, что у нас будет происходить здесь? У нас расплав будет реагировать с фазой BSS с образованием фазы А. И все это будет, все это будет происходить до каких пор? До полного, очевидно, что до полного исчерпания. До полного исчерпания расплава. BSS. Так, сейчас. Потому что мы переходим в область L плюс ASS. Пардон. Значит, до полного исчерпания BSS. До полного исчерпания BSS, да, и как только у нас прореагируют последние кристаллы BSS, значит, наша система станет опять двухфазной. Двухфазной у нас будет, в нашей системе будет расплав и фаза ASS, да, и начнется, у нас опять получается, дальше начнется опять моновариантная кристаллизация вот этой уже фазы ASS. Значит, и вот здесь вот уже она будет происходить до полного исчерпания расплава. А после того, как у нас полностью исчерпается расплав, у нас начнется D-вариантное остывание вот этой фазы ASS до температуры Сольвуса. А при температуре Сольвуса у нас начнется уже распад вот этого твердого раствора ASS. ASS, который, значит, и начнет изменяться, у нас появится фаза, вот опять фаза BSS вот такого состава. Да? Значит, и который начнет дальше распадаться с понижением температуры, она будет распадаться все. Значит, будет меняться состав как фазы ASS, так и BSS. Он будет меняться. Значит, это будет уже моновариантное. Опять, значит, у нас две фазы, значит, у нас будет моновариантное остывание кристаллической, моновариантный распад твердого раствора. Значит,
Вот это что касается, вот этот график, он это уже пятый тип разыбона, здесь, в общем-то, похоже. Все. Значит, у нас происходит дивариантное остывание расплава, потом моновариантная кристаллизация. Моновариантная кристаллизация АСС, значит, и эволюция расплава вдоль линии Лейбниса. Вот до точки вот.